Ребят, всем привет, это канал Мух ТВ. В общем, я сейчас нахожусь в Южной Дакоте. И сколько я здесь еще находиться буду, неизвестно, потому что у нас произошло ДТП. Ой, да, ДТП. Вот видите, трак перевернулся. Температура минус где-то 21 градус по Фаренгейту, и водитель не справился с управлением, у него этот занесло, видите, лежит. В общем, полицейский вам приехала машина для того, чтобы убрать этот трак, но вот этот трак стоит, мешает, он не может подъехать. И, конечно, вопрос, как долго все это будет происходить. В общем, сейчас уже этот трак большой, красивый, американский. Занимает позицию, чтобы поднять трейлер. Самое интересное то, что на телевидении смотрится, это нормально. А вот когда это вживую, это необычно. В общем, я чуть-чуть поднялся наверх, чтобы все это лучше видно было, и во-вторых, чтобы безопаснее было. Что на самом деле все, конечно, прикольно, но до поры до времени. Главное, чтобы самый неподходящий момент не заклинил трос. Да, ребята, обычно вот у водителей таких вот автомобилей красивых на самом деле очень большая ответственность. Почему? Потому что он, посмотрите, туда. То есть трассу нельзя закрывать на долгий период времени. И получается у него не так много времени, чтобы это сделать. Я очень надеюсь, что человек действительно профессионал, и он знает, что делать.
вот он сейчас натягивает трос. Что сейчас будет происходить, я не знаю. На улице, я вам скажу, не тепло. Да, сказать, что это экзотическая работа, я вам скажу, что на самом деле тяжелый труд. Кстати, хочу сказать о том, как себя вели вообще вот водители. Вот только еще один трак приперся по второй полосе. А, нет, он так и стоял здесь. А, все водители остались стоять в правых рядах, в правом ряду, оставляя возможность машинам экстренных служб проехать по левой стороне. Ну чё, сейчас вот момент истины. Ну только не срывайся. Окей, движуха пошла. Потихонечку. Все треки, они, в принципе, застрахованы. И, конечно, потом все эти вопросы будут решать страховая компания. Что делать с трейлером, что делать с траком, где-то что-то восстанавливать, что-то не восстанавливать. Также все грузы, если трак с грузами, то как бы тоже должны все застраховано быть.
мы они его подвинули. Прицеп, о, забыл слово. Прицеп они подвинули, и теперь они, наверное, будут смотреть, состояние ли этот как его переворачивать. О, нем сори. Уезжает. Потому что, наверное, будет сейчас назад тянуть этот.